Да, я тоже так делал. В доту кидал все такое. Да, в порталах не все пьют, я так понял. Говорил, там я понял. Трипот там выпил, блядь, в портале. Я ребят. Пил. Самоните, пожалуйста. Жена уже здесь? Сейчас я тебе скину макрос через Моусовер. Он неудобен просто-напросто. Ну а чё, мышку наводишь? Жена, ты в Дискорде? Поставь плюс, если слышишь меня. Ну любую кнопку удобную ставишь. Five. Слышь? Отлично. Ты в портал заходишь. Кроделочка, какой у тебя портал был? Мой 7-й портал. Посмотри картинку. Зашел, дуешь просто всех и все, там ничего сложного. Шаман, ты когда заходишь, ты проходи сразу дальний и бей по центру, идешь прямо и там заливаешь дальний с паухой, там вот это все накастовываешь. Ну, Кама, иди, уйди. Типа йог. Сейчас. Пиздец, спасибо, что там. Жена, смотри, вот квадратик это йог, черепок это то, куда он смотрит, сейчас, то есть выход. Сейчас с холдами будешь. Встань, куда ты должна будешь встать, в какой портал зайти. Жена. Черепок — это выход. Квадратик — это йог. У тебя 7-й портал. То есть вот тут ты, да, будешь заходить? Так отсюда выходить вообще. Это неправильно. Это 8-й портал. А ты у меня 10-й. У тебя 7-й. Да, вот, вот отсюда примерно, да. То есть возле йога ты также встаешь и заходишь, когда портал открывается. Ну все. Может, Нашер, как думаешь, может, Холидефа в ретрик спит? В одного хила, что ли? А, ну в смысле, в два? И хила, как бы, ДЦ. А, Крадел, Балар, да, ну... конечно, спекай, наверное. Холидеф, давай в это, ДД. Снаружи будешь оставаться, к большому не подходи. Чё тебе ДК танк? Можно по ретрику... Приступ баф, кулак. Ой, кулак, господи, этот. Лапку. Да-да, ребафкаемся полностью. Сразу забафать. Все делаем точно так же. Сейчас убьем. Че с гнидычем? И логается, да? Охуеть, да. Гнида, что тут нет? Дискорд? Скажи что-нибудь, напиши. Ты заходишь? Здесь вроде не вижу его. Наверное, вылетел нет. Случилось, с телефона его зашел. С ним же писал, но там сейчас ждем. Кто-то нужен. Там натамажил, конечно. А там момент такой был. Два лока, по-моему, сдохли. Че их убило? Там луч или че? Потому что Нидыч подошел ближе. Здесь какой-то большого подошел. А-а-а. И меня тоже ебнуло. Он конусом бьет, а это большой щупальце, если кто-то подходит. Я из-за этого говорю, не подходим к большому щупальцу близко. Так он стоял со мной, типа, а потом я куда-то посмотрел в другой момент, в другое место. Он, походу, решил подойти. И нас ел. Ну давайте пока так, без него. Он что-то не так, вы стали слишком близко к йогу, это к щупальцу. Я пошел сбивать с него каст. Маранди, на стой, выпей. Он летает, да. Но я далеко стоял. Поехали, поехали. Нет.
Погнали, пока уж нет. Все точно так же делаем. РДД все в квадратике, держите хилы. По квадратикам ходите. Милики, аккуратно, там тоже в ужине наступите. Да, милики все в один с кем стали. Сару, не надо выходить никуда. Ну, надо только с крестиком. Ну да. Чтоб вас не убило. Вот как сейчас кого-то убьет. Нас. Ну, плюс 4, конечно, переживет еще. Плюс 1 бы все. Оп. Крестик не заспавнил. Или моп один будет сейчас. Надо задвигаемся. Нас. Блять, метки заебали скидываться. Ну, к РДД бежи. Еще один моб тоже далеко будет. На нем я. Да, диспелить. Его не сам, надо продиспелить. Да. А так. Где кого? Ай. Нет, не бить меня. Не бить меня. Второго агри. Да, все, все. Да все. Ох, ебать. От этого отойдите. А. На мне до сих пор. Спавнили. Ой, пиздец. Ладно. Ну, ложимся. Чем шаман бьет раньше времени? Можно спросить, если я у меня по оранжу не могу урона нанести. У тебя там еще 5 секунд, чтобы его затаунить. Не 5 секунд. Я его затаунил. Дело в том, что он от меня не дошел. Я ни одного удара ему не нанес. Он першил встал, тут не в шамане дело. Ну, в смысле не таунтится, он надувается, когда он не таунтится, у нас и конта нет никого, чтобы это вместе снимать. Намажь один дагер себе. Да. Сейчас намажу. А ты один, да? Я один, да. Да. Просто они когда очень далеко появляются, я не успеваю даже джек. Суманете меня, шкаф поставьте. Ага. Ну, Гисер Ильич написал. Он до него пришел. Все, можете суманить. Так, поставьте. Блин, бежим еще. Няша. Тебя не резнут там. Пошел, наверное. Так, все, я откупил. В этом плане. Так, 3 минуты добавим брейк. Бика, конечно, попроще танчить. Предлагаю же, да? Сиент. Прот, да ну давай, Маранец, бегайся, ты вот это, да не, этот мир. Ну просто ЛПшки ему вообще похуй на, вс, вот, на да. Всякие срывы. Ну я тебе говорю просто, я тебе вот как пример,
Зиент, он один танчил плюс 0, мы когда убивали ФК. Ну, просто можно здесь. Мы сыгрывали убивать. Сколько до этого? Ну, ну да, да, просто да. Надо понимать, что, что, что танку нужно брать. Маранди, у тебя какой портал был? Второй. Нир, во второй портал зайдешь? Хорошо. Давайте, две минуты перерыв. Так, тут сорян. Вент. Давай, беги пока. Просто на 2 секунды дать танку протопалу, потому что у меня идет от урона агро. Да. 2 секунды достаточно, а вы сразу, он только появляется, и при том, смотри, пока он не начал движение, он не таунтится. Он вот когда только начал движение, а до этого еще есть секунды 3, когда он видит, да, и начинает бежать. В этот момент вы уже там лавы, взрыв, там накидаете ему урона столько. То потом, если он вылезает большой, я не могу перетаунтить его дамаг. Ну не все же танчат, мало кто понимает. Тут надо наказывать. Просто объясняет, 2 секунды надо, и все. Что там, кого-то поменяли в порталах? Ну, танки. Нир в Редрике, Маранди, танк стал. Они поменялись местами. Можно их там перекинуть или не надо? Надо, надо. Да как, конечно, безревностного, да еще и без воли мертвых, конечно, попечальнее будет. Но ДЦР, Дру, я думаю, посмотрит за ним. За паладина прям не переживаешь, пока ревностный не прокнул. Тут танк, типа, вряд ли убьет. Ну это да. Ну если, блядь, это... В принципе, там вон ретриков дохуя. Диспел, если будет. От ретриков. Хороший. Колдай, Маранди, на третьей фазе ставь мобов, чтобы мелики тоже могли ОЕшить по йогу. И не совсем близко, и недалеко. Где-то в метре, в полтора от йога. Ну, от моделики. У БДК нет дальности прокачанной. Шаман. Найс, Бармалюга. Найс, тут? Все, все тут. Все тут, поехали. Так, сейчас подождите, подождите, уже, блять, как бы. Ладно, пойдем-то. Пойдем, пойдем. Варна вообще едет. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Эти дальние не заспавнят столько справа, которые. Чуть поближе можно встать. Раз. Тогда все в квадратике ходим. Ну они все молодцы, понимают, что догонять надо уже, а не убегать от них. Раз. Не бьем, пока к танку не подойдет. Как только подошел, начинаем бить. Раз. Сейчас, пока мобов нет, спокойно перебежать можно. Так, вот эти давайте пропустим аккуратно. Чуть-чуть назад отойти. Квадратик, квадратик, ребят.
не заспавнить вот эту, которая, из которой вылезает сейчас. Что, если у нас перешли? Извиняюсь, можно напомнить у Моранди, какой портал был? Второй. Второй, да, по-моему. Портал. Последний моб. Быстрее добить. Еще, еще один там не будет. Быстрее. Блять, не успеет. Успели. Лучше. Баба, забери каз, бейте. Отстык сбивайте сейчас, милики. Раз. Удушающая, разбить сначала. Угу, все, моба добили. РДД, пока что к мобу бы не подходили. Каст. Угу. Отошли от моба. Да, моба добиваем. От черепа. Лучи аккуратно. Удушающая, разбить. Средний убьем. С ниткой там сбегите. Вообще аккуратно. От черепа. Отошли. От черепа, алло. От кота отошли. Блять, ну кто там? Порталов 5. 3 секунды. 2. Возле порталов уже надо стоять, лучше аккуратно. Меня отошли. Так, там большое еще одно, уже удушающее выбить, и пойдем к большому. Пошли к большому, жена. Сейчас, уже сейчас. Все, погнали к большому. У нас хила нету вроде. Да. Жена, вон там еще, еще два мелких мультидота. Здесь возле меня. Кто-то хуй забил на комнату или что? Пайпа, я же тебе сказал, портал заходи, чтоб дуешь. Прочитайте это заклинание. Заходились, заходи. Сейчас уже лучше выходим. Хильте нас. Краделыч зашел. Что, от большого отойти? Идем средний бить, милики, пока что. От черепа. Лучи аккуратно. Краделыч, я же сказал, что жена заходит в портал, ты остаешься. Она не зашла. Понял. Здесь была. Отушающая, выбить быстрее. Портал. Дымите, пожалуйста, избедление. Все, по порталам встали. Зашли. Жена. Лучше аккуратно, аккуратно. Крантеоч. Клеткас поднимешь, как выйдешь. Удушающе. Выбить. Или там никого. Похер, все равно разбейте. Маги скачком может с удушающего выходить. Локи портал. Друида надо поднимать будет потом, да? Быстренько. Да, да, клеткаст. Клеткаст поднимет. За три портала, наверное, сейчас справимся. За сколько? За три справимся, я думаю. Давай. Ну, за три надо. Приготовились, да, за три надо. Уходите, велики, от большого. Уходим. От большого сразу налево все. Все, ништяк убили. Правомыслие, смотрите. От меня отошли. Ладно, от черепа. Скину. Лучи аккуратно, лучи не надо заходить. Никому не надо заливать. Пока нет. Тут мелкая сзади. Ну, можете обойти. Порталом подходите уже. Вы... Блядь, блядь, нитка. Нитка. У тебя где камни? Да, вот здесь, 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 здесь. Вот. Душа еще залить. Лучи аккуратно. Нет. Диспельте.
Блин, два мелких в разных сторонах. Портал, заходим. Я не могу зайти на мне, это стан. Блядь. Диспель-то стан. Из друида. Все. Пиздец долго. Да ретрики не помогают, могу я. Че, выбейте. Там все смотрит. Вот можно выпить второй. Так, большое это надо залить. Все, пойдемте большое зальем. Ну, стопа чё? Ну, стопа. 37. Под конец переводите, короче. 35. Да, да, переводите. 10 секунд, 9, 8. Нормально, нормально. Давайте сзади вставайте. В одну кучу. Да, да. Подрать. Все, назад все бежим, встаем под йога. Потом среднее еще, что вернулись. Большое идем КРДД, добить. КРДД сейчас идем. Отгнили. Назад идем. Великий. РДД большое добить надо. Только отвернулись от йога. О, блядь, под морду идем. Там потухли опять. Мобов быстрее сливайте, милики. РТД большой сегодня добьете, нет? Креветочку, БР, КДВЧ. Фейсвара. БР. Хиливает. На ком? Вот здесь. Это мобе хил. Все, мобов быстрее озарить. Быстрее, быстрее, быстрее. А Гера как? Геру, да. Да-да-да. Сначала Гера. Мобов. Сначала мобов. Все, после каста РДД в босс. Все, РДД по боссу. Мирик мобов. Опа. Быстрее диспейте, я не хочу отвлекаться от танка. Диспейлим все, кто может. Да, ретрик вернулись. Помогаем. Моба заливаем, мирик. А тогда в йога бьем. Вернулись. Моп идет, смотрите, что про ДД нет вам. Нормалюга. Убить нормалюга. Вроде здравомыслие, блядь, в зеленые лучи можно заходить, восстанавливать. У вас по центру экрана сверху полоска синяя. Нельзя, чтобы там ноль до нуля доходило. Моб за йогу. И за лагал. Херово. Вернулись. По мобам хорошо идет. Слева, слева, слева. Чуть подальше мобы. От босс. Вернулись. Мирики помогаем по боссу, пока нет мобов. За йогом. Отвернулись. Здравомыслие свое гляньте. Если меньше 30 осталось, идите, ресните в зеленом луче. Малюк, кто его? Он встал, пойди сам. Да. Нормально, так же работает. Мелики моба, йога может попить. Моба. Вернулись? Вернулись. Бля, мобы хорошо улетают. Мелики моба. Ой, босс. Моба.
Диспель такой умный. Ну, лицо. Вернулись. Бабах. Раз сразу. Отвернулись. Вернулись. Отвернулись. Жановат. Не, нихуя на тотамин что-то опять попадем. О, отвернулись. Спел, спел, диспел. Йогу, маба, бьем велики. И да, никому не надо. Да пока нормально. Вернулись. Вот справа. Вернулись. Креветочка. А, он вылетел. Пойду сам, интересно. Диспел, диспел. Набиваю. Быстрее. Спельте ретрики, помогайте диспелить. Вернулись. Вернулись. Мабам, косты сбивайте, мабам. Босалям. Маба заливаем. Мы увидим. Ты берсеешь кучу времени. Да, перегара залили, перегара убили. Все, босса можете убивать. Хуёво, но пойдёт так. Звучит двояк. Типа надо привыкать, вообще не устанавливать санити. И вот плюс 4 вот так вот проёбывать здравомыслие, это очень хуёво. О, первый раз выпала хуйня. Потому что пока будем, когда бить плюс 1, ну, никаких зелёных столбов не будет. Давайте линкуем, сколько у вас уже с этого шмоток. Да, я знаю Маранди. В смысле, у вас трейд? О, все тут? Все уходят. Че, все свободны, правда? Давай, да, кому ничего не надо, все. Всем спасибо, что пришли, ребят. Нер, у тебя сколько? У меня плечи будут. А, все, вижу, вижу. Я написал main off spec и написал. Угу. А, это будет у меня 4, если у меня есть 3, я не помню. Быстроты. Надо, конечно, Торима убивать тебе на плечи. Чего? Торима без плеч падает, говорю, коль паладиновской. Как чужный. Торим ХМ. Войд, кстати, сегодня-завтра перса перекину этого паладина в гильдию тоже. Давай. 5 шуга, но фурика нормально, чё? 5 маги, поставьте портал кто-нибудь. А, фурик не надо тебе? На офф там кому? Может, ретрик какие-то? Да что-то хуй знает. На ретрик херота. Ну, с арпом, правда, да? Ну, типа... Ну, вару можно еще только подумать. Желтые камни, блядь, да, на меткость. Вот это паролить можно, да? На ретрика. Ну, да. Линкуйте кому на офф, на мейн. Сейчас, найду пуху. У меня ретрик мейн, увой, да? Войд, войд. Я хэпал, протопал его в спеке. Ага, а хочешь всегда хэпал, да? Нет, как, ну как просят, да вообще давно не хилил. Танчил, вот у меня там пуха, щит
239 бейсовый на протопале. Ретрики 4Т8. Да кто вам щиты эти раздает? Бесит уже. Чё? Да щит не могу выбить уже. Не могу, не знаю, что делать. Щит хороший с десятки. Две дырки. Да я вот не могу его выбить, меня же бесит уже. Норик, а тебе на чё? На анхорика? На танка, на танка. А, на танк? Да. Понял. Не, это так мне. Если кому-то надо, лучше им отдать. Я-то чё, один раз в месяц. Лучше бы это остриё, блядь, на БДК себе взял. Для дырки всё-таки. Вообще херня, короче. Так. Там чё, крутак на... точно никому не надо? Вот ритер. Завтра, короче, с дальневосточниками ШП залечу. Ну, я типа пересел на ШП играть там. ШП одевать. 203 у меня. 4 профита. Давай, и паладина перекину сюда тоже.